Снегуна. Еврейский напев, хасидский напев. Он называется «Михоэлс из книги». А именно, что это «Нигун». «Нигун Михоэлс». Почему «Михоэлс»? Потому что есть целая история, как этот «Нигун» попал к нему. Как меня просто в эти дни все время абсолютно пробирает, насколько катастрофа отзывается, насколько это сегодня, то, что происходит сегодня, что произошло 7 октября, это просто прямая отсыл к катастрофе. И слава Богу, сейчас у нас устал, и это продлилось гораздо меньше времени, но это было то же самое. И этот Нигун принес Михоэлсу в театр еврей. Я не помню, из какой общины. И он рассказал, что этот Нигун принес какой-то странник, и этот Нигун стал Нигуном этой общины. И он последний, кто помнит этот Нигун. И вот он уже старый еврей, потому что все остальные погибли. И вот он принес этот Нигун Михоэлсу, чтобы этот Нигун не умер, чтобы он не исчез. Bye.